Я Андрей Ракицкий, и я рядом с вами. Устройтесь удобно. Расслабьте тело. Позвольте себе отпустить все напряжение. Медленно и с наслаждением сделайте глубокий вдох. А теперь плавно и медленно выдохните. Полностью опустошите свои легкие. Вдохните еще раз. И еще раз спокойно и свободно выдохните весь воздух из своих легких. И еще раз медленно вдохните. Почувствуйте, как вместе с вдыхаемым воздухом к вам приходит покой. Медленно выдохните. Ощутите, как вместе с выдыхаемым воздухом уходит напряжение. Почувствуйте, как вы начинаете расслабляться. Продолжайте дышать медленно и глубоко, наблюдая за тем, как ваше тело освобождается от мышечных и эмоциональных зажимов, как каждая клеточка вашего организма наполняется покоем. Почувствуйте покой в своем теле. Почувствуйте, как ваше тело растворяется в покое. Как вы начинаете парить в покое, проплывая сквозь окружающую действительность и время. Дыхание глубокое, спокойное. На душе становится свободно и легко. Работа организма замедляется, успокаивается. Организм начинает работать медленно и плавно, но очень уверенно. Лень думать, лень двигаться. Мысли успокаиваются. Наступает приятное состояние внутренней тишины. Вы ни в чем не участвуете. Вы просто плывете по течению времени. И пусть время утекает прочь. Вы никуда не спешите. Вы можете позволить себе отбросить всякие мысли о том, что происходит. Вы можете позволить себе оставаться безучастным и отстраненным наблюдателем. Вы принимаете то, что не в силах изменить. Но вы готовы изменить то, что возможно. То, что находится в вашей власти. Позвольте вашему подсознанию объяснить вашему телу ту простую истину, что с вами все в порядке. Что у вас нет повода
для беспокойства, что ваши страхи и тревоги – это лишь игра сверхчувствительных нервных клеток. Это лишь посылаемые ими сигналы, которые вы понимаете не всегда правильно. Возможно, то, что вы воспринимали как страх, это просто волнение или чувство неопределенности. Наши чувства часто бывают обманчивыми. Здесь и сейчас, расслабившись и успокоившись, вы начинаете понимать, что вы здоровы и полны сил. Что вы можете свободно находиться в своем доме сколь угодно долго. Что здесь вам комфортно и уютно. Что вас окружают люди, которые любят и ценят вас. Самые близкие. И самые родные. Ваш дом для вас – это самое безопасное место в мире. Здесь все проще, все спокойнее. С каждым днем пребывания в своем доме вы чувствуете себя все более расслабленно и уравновешенно. В вашем доме вы надежно защищены от агрессии внешнего мира. С каждым днем ваша уверенность в своих силах растет. Как и уверенность, что в итоге все будет хорошо. Что вам удастся сохранить свою жизнь и свое здоровье. Что все испытания закончатся вашей победой. Чем дольше вы остаетесь в своем доме, тем спокойнее себя чувствуете. Пребывая под защитой своего дома, вы обретаете силу и уверенность. Вы можете гордиться собой и своими близкими. Вам нравится эта возможность побыть вместе со своими близкими. Вы благодарны обстоятельствам за то, что получили возможность сделать паузу и отдохнуть от каждодневной суеты своих будней. Остановиться, чтобы оглянуться на свою жизнь. Оценить свое прошлое, настоящее и увидеть будущее. Без спешки и без суеты разобраться со своими делами и проблемами. Обрести состояние внутреннего равновесия, новую точку опоры. Вы знаете, что можете не выходить из дома сколь угодно
долга. Столько, сколько нужно. Ведь вам здесь комфортно и спокойно. Каждое мгновение своего пребывания в своем доме вы расслаблены. Контролируете себя. Контролируете происходящее. Здесь все просто и понятно. Состояние психологической разгрузки благотворно влияет на ваше здоровье. Организм работает надежно и уверенно. Ваше сердце бьется ровно и спокойно. Ваше дыхание ритмично. Настройки вашего иммунитета оптимальны. Количество и качество гормонов, которые вырабатывает ваша эндокринная система, соответствует идеальным природным параметрам. Вы надежно защищены от любых внешних угроз. Ваше пребывание в своем доме создает оптимальные условия для тотального оздоровления всего вашего организма, всех его внутренних органов и систем. Ваше здоровье укрепляется с каждым днем. Вы уверены в себе и рады возможности отдохнуть от всех своих дел и забот. Вы рады возможности набраться сил для дальнейшего движения к своим целям. Когда вы говорите «я нахожусь в своем доме», вы испытываете гордость. И у вас есть повод гордиться. Ведь ваш дом – это очень уютное место. Вы создавали свой дом для себя вместе со своими родными. Создавали тщательно и старательно, вкладывая всю свою душу. И у вас получилось. Ваш дом – это надежное убежище от всех бурь, бушующих в современном мире. Это действительно крепость. Здесь вы надежно защищены. Вы больше не зациклены на своих тревогах и страхах. Вы больше не зациклены на том, что ситуация, в которой вы находитесь, необычная. Ведь необычность – это не повод для паники. Вы способны из всего извлекать пользу. Вы умеете во всем видеть новые возможности. Здесь и сейчас вы чувствуете, что стали по-настоящему свободны. Только теперь вы начинаете понимать, насколько для вас был необходим этот отдых. Это возможность вырваться из обыденности, прекратить бег по кругу, сделать паузу, чтобы осмотреться и понять, что на самом деле происходит в вашей жизни.
Сейчас вы наслаждаетесь моментом. Вы с легкостью справляетесь со всеми трудностями. Все, что еще вчера казалось сложным, вновь становится простым. Вы понимаете, что все под контролем. Что очень скоро мир вновь станет прежним. Очень скоро все страхи и тревоги останутся в прошлом. Вы отчетливо видите, что ваше будущее светлое и яркое. В глубине души вы знаете, что все наладится. Что ближайшее будущее откроет для вас новые великолепные возможности. И теперь вы не пройдете мимо них. Вы увидите их. Потому что вы смогли вырваться из замкнутого круга. Смогли обрести новое видение, новое понимание реальности. И теперь вы способны глядеть далеко вперед. Вы готовы к позитивным переменам. Вы собраны и мобилизованы. Вы внутренне свободны и раскованы. Для вашего «я» не существует никаких границ. Вы все смеете и все можете. Ваше внутреннее «Я» безгранично, как сама Вселенная. Ваша энергия беспредельна. Ваша жизнь теперь будет складываться именно так, как вам хочется. В вашей жизни все будет хорошо. Сейчас я досчитаю до трех, и вы откроете глаза. У вас будет прекрасное самочувствие, состояние полноценного, стопроцентного отдыха, физического и морального, и очень хорошее, легкое, спокойное настроение. Раз. Голова проясняется, на душе спокойно и легко. Ощущение такое, как будто бы вы избавились от тяжелого неприятного груза, сбросили его со своей души, со своих плеч. Поднимается ваше настроение. Тело вновь обретает тонус, упругость. Мышцы натягиваются, как струны. Сначала медленно, теперь побыстрее. Два. Дыхание легкое и свободное. Голова проясняется все больше и больше. Она уже легкая и прозрачная, практически невесомая. Тело наполняется силой, энергией. Все неприятные или, может быть, даже болезненные ощущения, если такие и были до сеанса, все они прошли, равно как и чувство усталости, и физической, и моральной. Вы чувствуете внутреннее обновление, внутреннюю перезагрузку.
Вы чувствуете новизну, желание жить. У вас прекрасное настроение. Вы полны сил. 3. Откройте глаза. Сделайте глубокий вдох и спокойный медленный выдох. Вы чувствуете себя прекрасно. Улыбнитесь. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео. Я желаю вам здоровья.